Здравствуйте, в эфире программа ДПС на ОТС. В студии работает Ксения Корзун. Смотрите сегодня в выпуске. Почти 30 аварий, 4 десятка раненых и четверо погибших. За прошедшие выходные в Новосибирской области резко выросла аварийность. Разбудила местных жителей, угрожала полицейским и нарывалась на драку. В Октябрьском районе мегаполиса задержали неадекватную автомобилистку. Решил пообедать, не выходя из машины. В центре Новосибирска иномарка протаранила столовую. Начнем с аварийной сводки. За выходные в регионе произошло 27 серьезных аварий. 44 человека оказались в больнице и четверо погибли. Первый смертельный инцидент в Чановском районе области. Автомобилистка без прав села за руль ВАЗа и отправилась в соседний поселок. В пути не справилась с управлением. Легковушку повело вправо. Она съехала в кювет и опрокинулась. Водитель получила тяжелые травмы и скончалась до приезда скорой. В каком состоянии была женщина, будет ясно после того, как будут готовы результаты медицинской экспертизы. Другое смертельное ДТП произошло в Искитимском районе области. Недалеко от трассы Р-256 разбился мотоциклист. 38-летний мужчина решил прокатиться на байке, несмотря на отсутствие прав. Во время поездки потерял контроль над управлением. Мотоцикл съехал с дороги и перевернулся. Сибиряк погиб мгновенно. Был ли он пьян, пока неизвестно. Еще один лихач без прав стал инициатором аварии, в которой сам же и погиб, в Баганском районе области. 22-летний парень решил прокатить товарищей на машине. Отсутствие водительского удостоверения и опыта его не смутили. Автолюбитель сел за руль «Опеля» и отправился в сторону села Баган. На 19-м километре дороги Владимировка-Липокурова не смог удержать руль. Иномарку занесло. Сначала она врезалась в дорожный знак, затем съехала в кювет и опрокинулась. Водитель скончался до приезда медиков. Два пассажира 20 и 19 лет получили травмы различной степени тяжести. Устроил смертельную аварию, бросил раненых пассажиров и сбежал. Полицейские разыскивают виновника ДТП в Новосибирском районе области. По предварительным данным, водитель «Мазды» следовал по Толмачевскому шоссе в сторону мегаполиса. В пути потерял контроль над ситуацией. Неуправляемая машина слетела в кювет и перевернулась. 32-летний пассажир погиб мгновенно. Еще четверо пассажиров в возрасте от 32 до 46 лет получили различные травмы. Автомобилист, вероятно, испугался ответственности, не стал вызывать полицию и помогать раненым, а предпочел скрыться с места аварии. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет. Еще одну серьезную аварию зафиксировали в Первомайском районе Новосибирска. Недалеко от остановки «Звездная» столкнулись сразу несколько машин. Человек лежит, Господи, надо, чтобы все обошлось. В ДТП участвовали 4 иномарки – Mercedes, Lexus, Toyota и Kia. По предварительной информации, водитель немецкого авто не выдержал дистанцию до попутки. В итоге автомобили столкнулись по цепочке, а одну из легковушек отбросило в отбойник. Владелец Спасио получил многочисленные травмы, мужчину госпитализировали. Кроме того, известно, что предполагаемый инициатор ДТП был пьян. Подробности аварии устанавливают полицейские. Жителей МЖК накануне ночью разбудила неадекватная автомобилистка. Очевидцы рассказали, что дама ехала по двору на большой скорости, потеряла ориентацию в пространстве, угодила в канаву и после, вероятно, от обиды, стала давить на газ и нажимать на автомобильный сигнал в течение нескольких минут. Около 2 часов ночи в дежурную часть поступила информация о застрявшей иномарке. На место выехали инспекторы и обнаружили подходящую под описание Мазду. За рулем была 37-летняя женщина, которая вела себя неадекватно. У меня еще есть смелость сказать им, что они а тут у тебя нету такой смелости. Ну давай, разнеси мне лицо, что? Чтобы хоть как-то усмирить автомобилистку, полицейским пришлось надеть на нее наручники. И даже после этого сесть в патрульную машину сибирячка все равно не захотела. А мы сейчас доедем до тех, кого не знают. Ой, Господи, как ты встрянешь, солнце мое. Как же ты встрянешь, а? За каждый перелом, за каждый шип, за каждый сидяльку. Огромный дом, спальный район. Всех детей разбудило. Просто. До каждого. Мультик. Орет, как сумасшедшая.
В отношении женщины составили 2 административных протокола за неповиновение сотрудникам полиции и отказ от медицинского освидетельствования. Ночь дома провела в Октябрьском отделе полиции. Теперь ей грозит лишение прав на 2 года и штраф 30 тысяч рублей. А вот в каком состоянии были участники аварии в Ленинском районе города, специалистам еще предстоит выяснить. На Титова легковушка протаранила припаркованный грузовик. Скорую вызвали, вызвали уже. Проехали. Живой. В ГИБДД рассказали, 27-летний водитель Колдины ехал в сторону улицы Бийская. В какой-то момент не справился с управлением. Машина врезалась в Сканию, которая стояла на обочине. Автомобилиста и его 38-летнего пассажира госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Чуть не заехал в столовую на автомобиле. В центре Новосибирска мужчина на «Тойоте» не справился с управлением. В итоге иномарка оказалась на ступеньках здания и врезалась в двери. Тут, короче, инсталляция вот такая. Ну и тут тоже. Хотели, видимо, повторить. Не получилось маленько. Ну, в целом, тоже неплохо смотрится. Очевидцы в социальных сетях рассказали, пробок стоял на парковке. Внезапно машина быстро поехала вперед, снесла скамейку и повредила дверь в заведение. Вероятно, автомобилист перепутал педали газа и тормоза. К счастью, обошлось без жертв. Получила травмы во время поездки на скорой. В Октябрьском районе Новосибирска произошла авария с участием спецтранспорта. Очевидцы рассказали, карета скорой помощи ехала со спецсигналами. Водитель иномарки не обратил на это внимания и не пропустил транспорт. В итоге газ протаранил Рено. У седана сильно деформировалась боковая часть кузова. Водителю потребовалась помощь медиков. Травмы также получила женщина, которая сопровождала пациентку скорой помощи. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают точные детали аварии. Следующий инцидент произошел в Вологодской области. Пациент скорой помощи выпрыгнул из окна транспорта. Побег попал в объектив видеорегистратора попутной машины. В местном департаменте здравоохранения уточнили, что герой ролика находился в сильном наркотическом опьянении. В итоге беглеца поймали и передали сотрудникам полиции. Сейчас решают вопрос о привлечении мужчины к ответственности за хулиганство. На этом выпуск ДПС на ОТС подошел к концу. Ждем вашей истории и видеозаписи на почту. В студии работала Ксения Корзун. Соблюдайте ПДД и берегите себя. До скорой встречи в эфире. Смотрите эфир и архив записи телеканала ОТС в сервисе Пирс ТВ.